Приветствуем вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале в гостях у Елены и в дачном влоге, и в гостях у Буси. Вот так надо назвать видео. В гостях у Бусинки, моя лёдька, прибежала. Вот тут вот у нее барьер такой. Это мы закрыли, сейчас все объясню. Она сейчас неслась, я не успела включить оттуда, прям вот от ух, и перепрыгнула. А я вам таки скажу, что здесь метр даже где-то с небольшим. И вот она, красота моя, вот она. Ты домой ходишь? Ты ходишь кушать? Ну, беги, беги, давай я запущу домой. Давай, иди. Вот так вот всю дверь извозит, я то и дело убираю. Дорогие друзья, еще раз я вас приветствую и начну вот с такой красоты. Видите? Мы закрыли поликарбонатом полностью. Вот таким вот классным. Толщина здесь большая, 9 миллиметров. И 10, вру, 10, это с нашей теплицы осталось. Вот, стой. Все закрыли. И очень прозрачно и видно. Мы передумали. Я вам уже рассказывала, вот эти мягкие окна здесь сейчас именно ставить. Потому что у нас на участок совершенно другие планы. Какие? Я имею в виду на участок, имела в виду на террасу. Эта терраса будет закрыта. Как будет закрыта, я вам покажу позже. Это будет весной. Что мы будем делать, вот эти окна, это будет весной. Сейчас мы временно вот так закрыли. И я так рада, так здесь уютно и так здесь тепло, просто нет слов. Это, конечно, будет сарай, уйдет сарай. Вот не все сразу, девчули мои дорогие, правда же? Не все сразу, мои хорошие. Это я там, привет! Это я занесла домой уже, тоже есть видео о семенах, посмотрите. Вот так вот у меня получилось. Вот такой вот натюрморт осенний, такой классный уголочек там у меня. Томаты буду заниматься, яблочки, груши, все-все есть. Томатики здесь, букет шикарный, цветочка. Посмотрите на хризантему, я ее просто обожаю. Вот она, гладиолусы, сколько их, море. И снова я, привет. И вот здесь у меня такой уголочек, классный, шикарный уголочек. Вот он, вот я повесила. Здесь у меня базилик, пусть сушится. А вот, кстати, острый перец русский размер, ничего у меня не гниет, я просто нанизала, вот, видите, просто прям на перчик, и все нормалек. Это не острый перчик, вот это перец сладкий, для паприки сушится, это острый русский размер здоровущий, вот. Вот острый, сюда вот упал, сейчас, оп, секундочку. Так, хотела показать и задела. И все повалилось. Это мои замечательные баночки. Двух вариантов из кабачков вот таких варенья. Это кусочками. Ой. Это вот кусочками. А это такими вот колёдочками с ананасами. Видите? Вот. Это как ананасы, я их считаю. Кабачки, как ананасы. Вот такая вкуснятина, вот такая красота. У меня здесь натюрморт такой, корзиночка. Просто прелесть. Здесь у меня, видите, как мы занесли назад, какое решение. Занесли наоборот сюда, в террасу. Видите, какая прелесть. Это у меня здесь гелиотропчики. Тоже красивые цветут, смотрите, сколько, и тянутся к свету, к солнышку. Сегодня первый день солнышка. Сегодня на дворе понедельник и 24-е, дорогие друзья, сентября. Отрезала я, отвезу домой хризантему ванила фрайс. Вот фрайс, вот это вот ванила фрайс, а то сейчас вот мне замечание сделает. Поставила их в воду пока, можно без воды, они уже как сухоцвет. И вот они такие большие, для большой вазы. А это хризантема Limelight, это я для маленькой вазы, тоже унесу. И, конечно же, моя птичка здесь. Как же без этого пузика, как же без снегиречка. Все здесь на месте, все полила. Посмотрите, какие красивые колиусы. Посмотрите, какой это бархат, какая это прелесть, дорогие друзья. Вот они. Боже, наконец-то тепло. Ну как тепло? Не сказать, что прям тепло-тепло. Вот так вот у нас на террасе, мне очень нравится, все,
Все меня очень устраивает. И здесь очень хорошо, очень, очень тепло. Я даже измеряла градусник. Посмотрите здесь, какая прелесть. Смотрите на колиусы, какие они красавчики. И вот мне говорили, что меняется цвет. Да нет же, вот он цвет. Уж если какой вот он был, такой он и есть. Здесь вот такой вот цвет. Здесь вот такой цвет. Вот сколько, какие цвета здесь я положила. Ой, посадила-то. Вот они и все здесь и растут. Разрослись очень хорошо. Прям я их очень люблю. И поэтому мы с Артемом быстренько это вот сделали, чтобы нам было тепло. И здесь мы будем делать дверь. Здесь будет дверь. Артем покупает материал сейчас. Думает, смотрит, решение принимает, какой, и сделаем. Еще раз хочу сказать, что это будет вот этой осенью так. Что будет весной, будем показывать. И может быть какой-то прямой эфир я сниму и поговорим, и расскажу о планах. Я все передумала, конечно, потому что... Ну, мы всегда так, всегда же так все. Сначала, если нету сразу денег много на дом, сначала вот ставится вот такая часть, а потом уже постепенно ты уже делаешь пристройку, ты уже видишь, как тебе удобнее, что тебе нужно. Так вот, эта терраса будет утепленная. Мы, у нас здесь на террасе тоже теплый пол, с той стороны черновой теплый пол, тоже утепленный. Мы его там тоже еще утеплим. Мы закроем фундамент. Здесь у нас будет террасная доска. И здесь мы все закроем. И здесь будет тепло. Здесь будет дверь. Ну, примерно расскажу. А здесь вот уже навес будет. Навес вот, вот отсюда пойдет туда навес, который будет какая-то часть... Ну, низ вот так вот. Низ вот как здесь. Вот так вот. Тоже вот так вот он будет красивый. И низ у нас будет закрытый вот так поликарбонатом, а верх будет открытый. То есть здесь будет открытая веранда такая. Ну, вот увидите, приличную такую красивую. Здесь мы все зацементируем, сделаем плитку, туда выход как и есть. Все уже переименовала, передумала, и Артему это очень понравилось, и он меня поддерживает. И правильно он говорит, нужно для удобства. Вот Артем, видите, как, какое решение принял закрыть, чтобы сюда не наливалась вода. Вот. Ой, он с таким удовольствием это делал. И все растет. Посмотрите, какой, посмотрите на колеусы, какие они красивые. Ой, простите, на гелиотропы. И там вот они еще. Теперь очень холодно было, дожди. Смотрите, какой у меня там бардак. Все уже убирать надо, но все по-прежнему цветет. Не буду выходить, девочки, очень-очень-очень холодно. Посмотрите, как там гладиолусы цветут. Вон там, очень красиво. И тепличка. Это уже в другой серии покажу вам. Занесли сюда бак мусором. Посмотрите на астру. Какая она красавная. Как она цветет. Все по-прежнему. Ой, красота. Азарина с той стороны. Вон она растет. Видите, какая красивая. Прелесть. С улицы не буду уже показывать, только показала. В общем, вот такой вот у меня уголочек здесь. Здесь вас ожидает plover.ru. Здесь такой будет обзор шикарный. Девочки, прочитала такой комментарий, что одна реклама у меня уже на этом канале. Дорогие друзья, Василек как был, у меня так и будет. Т-декор как был, так и будет. Это мои любимые магазины. Я с ними как работала, так и буду работать. Вот, я имею на это право. Plover.ru, как я полюбила, так и буду. Если бы вы знали, еще раз повторюсь, сколько мне предлагают рекламы. Да вы просто не представляете, сколько предлагает реклама и сколько я отказываюсь. Но вы знаете что? На людям не угодить. И поэтому я буду делать так, как я приму решение. Вот именно так. Никто никого не держит, дорогие друзья. Итак, Артем мне купил вот такую штуку. Мне так это понравилось, и я уже кое-что туда попереставила. Объем в разложенном виде 11 литров. И сборка, и разборка в одном действии. Очень быстро. Все, прочная водостойкая ткань. Вот. Красота, просто красота. Смотрите. О, смотрите, как хорошо. И вот так ручка складывается. И она складывается, если вам не надо. И вот убирается. Вот. О, видите, вот этот кадр. И я себе... Его можно подвесить, красота, будет сарайчик, я повешу сарай, будет красота. И здесь у меня уже, ну я так положила, уж очень хотелось попробовать, и веревочки, ничего только у меня тут нету. Ножнички вот такие мне Артем купил для черенкования, смотрите, какие классные ножнички, очень хорошие. У меня еще одни есть, о, видите, как дует. В общем, чего только тут у меня нету. Вот такая красота. Раз, ручка убирается.
Вот, такую красоту. Сюрпризик такой привез мне. Я этому очень рада. Здесь очень тепло, мои хорошие. Мне очень понравилось. Мне так хорошо. И мои растюшечки будут еще долго-долго-долго здесь меня радовать. Здесь я набрала с пеларгонии... вот это вот надо убирать цветочки. Вот, вот с этой пеларгонии росточков. Вот, вот, с нее взяла. Потому что их можно сеять семенами. Ничего такого сверхъестественного с ними нет. Я не выкапываю, не заношу домой, как маточники. Мне они не нужны. Я приношу немного, беру из них этих черенков и укореняю. Итак, вот на улице, вот показываю вам, вот сколько. Вот здесь, вот я специально поставила. Артем потом установит. Сейчас зайду домой, покажу вам, сколько вот на вот этом. Вот он здесь, только со стороны дома смотреть можно. Сколько здесь на террасе. Поликарбонат держит очень тепло. Не забывайте, здесь десятка. Итак, вот она моя гвоздичка. Я ее просто обожаю. Вот она моя эустома, она по-прежнему цветет. Моя ж ты красота, моя прелесть. Но я ее не буду, девочки, пересаживать домой, забирать. Это однолетка. Вот сколько она здесь будет цвести, только и будет цвести. Я многолетки буду. Я сниму вам целое видео. У меня... Я купила столько разных, чуть не сказала, сортов, они там гибриды. В общем, очень много обзор семян будет. Вот, может быть, следующее видео выйдет о покупке эустомы уже на осень, все уже сажать. А это моя гвоздичка, моя красоточка. Вот она, некоторые, вот три куста пустили цветоносы. Вот она как цвести будет. И вот она, мои дорогие друзья, вот она. Если посмотреть, то здесь она... Сейчас, секундочку... вот что значит фото. Видите, она поярче. Розовый яркий цвет, а на фото побледнее. Ну, это просто так сфотографировано. Это, сейчас, секундочку, гвоздика гренадин. Я ее просто обожаю. Это двулетник от Гавриш. Схожесть была идеальная. У меня их столько было, я еще даже раздала. И хорошо, что мы... Ой, смотрите, какие кусты. Что мы занесли сюда, а то она уже начинала страдать на улице, холодно. Вот. И я посеяла не так рано. Если посеять раньше, то она будет цвести у вас первый год замечательно. Но вот я вижу три кустика дали, и я этому рада. Значит, это гвоздичка гренадин. Ну-ка, 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 выпрямся. Это популярный двулетник, травянистый. Формирует хорошо, хорошо развитые кустики 50-60 сантиметров. Ой, першит, девчонки, даже не могу выговорить слово. Извините. Ну, вот описание, конечно, посмотрите вы сами, чтобы мы тут не ля-ля-то-поля я. Вот. Я думаю, вам будет видно, если вы остановите. В августе рассаду высаживают на постоянное место. Это если вы будете сажать, вот, ну, в мае посев будете проводить, тут описывается. Вот, в первый год формируют розетку, на зиму молодое растение желательно укрыть лапником, используют для всех видов цветников и в качестве срезки в воде гвоздика долго сохраняет декоративность. Очень хорошая гвоздика. Вот эти у меня цветут, как пойдут сильные морозы, я уберу в теплицу, прямо вот этот вот, вот это кашпо, и на следующий год я его вытащу. Прорыхлю, добавлю сюда перегноечек, компостику такого, ну, домашнего, не коровьего, не навоза, а то, что мы перегниваем в компостнике, компостируем. Вот это большая разница, не путайте. И подкормлю, и она у меня красота пойдет. И будет. Представляете, какая здесь будет красота? Просто нет слов. Вот такая красота у меня. А, о, и этот тоже пустил. Вот, вот. Красота, красота. Были бы у меня дачный дом большой, окошечки большие бы, я бы занесла бы домой. Но здесь тоже будет, насколько позволит погода, настолько они здесь и будут у меня стоять. Так, здесь все, канна все еще всходит. Простите, калла. Тоже занесла ее сюда. Пусть она здесь будет. Если что-то будет холодно, смотрите, здесь даже вон. У меня всходят. А это петунья насеялась. Смотрите, сколько петунечки. Вот, красотулька. Я это тоже оставлю. Пусть здесь будет. Ничего не буду трогать. Отнесу ее, вот как вот она есть, в подвал. Сначала в теплицу, потом в подвал. Или сразу в подвал. В общем, посмотрим. Вот такая красота. Лабелечка все по-прежнему цветет. Если бы вы знали, с какой болью я выкидывала вот здесь вот лабелю и все эти горшки.
Ой, петунья, что здесь у меня была? У меня нет места сохранить. Нету места сохранить. Было бы место, и чтобы я прямо на одном месте ухаживала за этим, а бегать туда-сюда через дорогу мне очень сложно ухаживать. Вот. Поэтому как-то так. Что смогу, то я оставлю, что смогу, то не оставлю. Вот такая красота. Ну что ж, мои дорогие, я была очень рада показать вам свои изменения, наши изменения, и планы на будущее какие поделиться. Вот здесь, конечно, вас ждет сюрприз. Здесь две штучки очень нужные. Да какой там сюрприз? Здесь соковарка и мантоварка. Друзья мои, здесь два незаменимых для кухни набора. Это мантоварка и соковарка. Сейчас у нас яблок, море яблок у нас на участке. Груши вот были, пособирала последние, все. Очень много. Сейчас я покажу, наверное. Вот видите, солнце уходит и сразу холод делается. Я сегодня не буду никуда выходить. Сегодня мне очень много есть работы дома, заниматься с овощами, с перцами, со всеми томатами. А потом, чуть-чуть позже, я обязательно схожу на участок через дорогу в родительский там дом. И я покажу вам наши мини-яблочки вот эти. Тоже буду снимать и буду из них делать и варенье, и сделаю компот. Мне очень компот понравился. В прошлом году пробовала. Очень вкусный получается компот из манюсечек яблочек. Так, ну все, все. Вот такая красота, чистота, теплота у меня здесь. Вот, рассказала, показала. И буду рада, если вы мне напишите что-то об гвоздике, как вы выращивали. Вот, это очень я буду рада этому. И как вы сохраняете вообще все? Вот. Потому что я по-своему сохраняю. Мне очень интересно, как вы сохраняете. У меня, например, нет места. Вот, очень хорошо, я рада тем, кто может сохранить маточники. У кого есть место для сохранения маточников. Очень рада. Вот мне сейчас нужно будет обязательно хризантему, красотку. Их у меня 12 видов. Я купила на канале Лидии. Все в сад, дела огородные. Есть такой канал, переходите. Лидия, дорогая, если ты меня смотришь, привет тебе огромный. Я буду весной покупать еще у нее много-много, потому что осенью сейчас у меня не получится. И сохранить, и все, а так я сразу в грунт куплю. То есть вот такой вот у меня тут натюрморчик. И мне нужно будет их всех выкопать, в горшки повыкапываю, отнесу в подвал. Там у меня такое сухое место хорошее. Но очень хорошо их можно в теплице. Я раньше, когда у меня были хризантемы, я их выкапывала и сажала прям в теплицу. И сверху просто накрывала их соломой. Вот и все. Ничего я не делала. Можно утросилом накрыть. Но я вот соломой, сухой соломой, классной такой. И все было нормально. Никто ничего, никакие мыши не кушал. Если вам сейчас вот напишите, какие-то мыши. Не знаю, не было у меня такого, чтобы они их кушали. Вот. Можете утросилом. И все нормально. Обрезайте, вот оставляйте вот такие вот пенечки, там сантиметра 3, вот я оставляла, ну 4, ну пусть 5, как хотите. И все. И уносите либо в подвал, либо в теплицу. Но смотрите, чтобы они не пересохли, это очень важно. На мой взгляд, самое лучшее это хранение теплица. Вот почему-то. Потому что в подвале часто люди доводят до высыхания их. Забывают туда заходить, то все. А в теплице оно температура туда-сюда, вы понимаете? Но если у вас подвал сухой и слегка влажный, ну, до 5 градусов. Вот, от 0 до 5 это просто супер будет. Ну, как-то так. Все, буду заканчивать влог. Как раз он нормальный, на 18 минут. Была рада вам все это показать, поделиться с вами. И если возможно с вашей стороны, то порадуйтесь за меня. Я буду очень рада хорошим, добрым комментариям. Я рада только добрым людям. И мне очень нравится, когда приветствуется так. Приветствую всех добрых людей или привет добрым людям. Мне это очень нравится, потому что должен быть всегда, девочки, позитив. Не надо искать то, чего нету. Не надо выискивать негатив. Вас этот негатив самих разрушает. Дорогие друзья, вот поверьте, вот радуйтесь жизни, как оно есть. Вы живете так, я так, тот так, этот так. И мы у каждого можем что-то взять для себя. Правильно? Какой-нибудь хороший пример. Вот. И на этом я хочу закончить вот так. Вот таким вот. Вот таким замечательным
видом. И сейчас, конечно же, мне не очень видно из-за поликарбоната, только силуэт. Но ничего страшного, всему свое время, дорогие друзья, всему свое время. Все будет. В будущем здесь, я уже сказала, что летом здесь будет очень-очень хорошо. Здесь вот эти мягкие будут окна, они будут подниматься у меня, и я буду все это видеть. А и навес, который будет, он не будет давать нам сюда дождь и все такое. И нам не придется то и дело накрывать. А накрывать мы будем только ранней весной будет закрыто, зиму будет закрыто и осенью. Вот. А там вся наша другая, еще терраса, навес тоже, открытая терраса назовем. Вот так. Здесь закрытая терраса, там открытая терраса будет. Все, дорогие друзья, как всегда по традиции моего канала, я хочу вам пожелать всего самого-самого доброго, самого хорошего, мира, любви, счастья, добра. Все, что есть на белом свете из этой серии, все к вашим ногам, дорогие друзья. Любите и будьте любимыми. Ну а вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены. И в дачном влоге. Пока-пока!